Здорово. Ну что, проходим. Копенгаген пост, пятница 25 декабря. Мне это не интересно, это говно. Эти ваши заметочки, это все записулечки, ваши вот эти вот. Так, я тут сохранялся, да? Ладно, чё у нас тут? А, вот, да, я зашел отсюда. Да, проделал же дырку, все, все круто. Книжку надо. Книжку надо положить, тогда шкаф откроется. Нет, нихуя. Ну ладно. О. Показывает мне личинок. Ну и. А, ну выглядит как крупный план. Кольца всего червя. Типа, ну вот червь, да? Хуйня какая-то. О. Найн. Записка. Нихт. Нету ничего. Так как-то что-то непривычно. Открывай, блядь. Вести Арктики, тыры-пыры. Неинтересная хуйня. Мартышки-то. Ляп. Как гигантский член какой-то. Туда его. И скальпером, понимаю. Вообще не острый. Ну-ка. Нет, вообще никак. Вообще, блядь, на огромную личинку похож. Это ты смотри, видишь, да? Ладно. Вкус замечательный. Ну, вот так вот сейчас. Что-то торчит. А что там где торчит заможенная скважина? Ключ там торчит. Ой, точно. А, когда он там падает, да? Вот газетка, да? А, отвертка. Все теперь. Вот он. Все, газеты больше не передаю. Так что тут у нас огромная дырка, звуки. Ой, блядь, смотри, еще какая-то хуйня. Начинаются слизняки. Слизняки, блядь. Ну-ка. О, нихуя. О, блядь, потрясающе. Да. А чё он такая? Всё, нахуй. Тебя отсюда. Журналы. Тоже здесь эта хуйня неинтересная. Банки. Я просто катастрофа научная. Нехуй всякую вот эту свою чушь научную расставлять. Чужих каких-то он там стрельбит.
Типа, я чё, это, они нашли огромных этих, что ли, червей в Арктике? Нет, в Гренландии. И чё, блядь, теперь? Они их выпустили на свободу, да, в наш мир? Эти начали всех жрать, да? Черви, да? Ну, чё ты? Чё он не залазит? Ну, блядь, я хочу туда залезть. А, я... Господи. А чё он туда не хочет ползти? А, может, не надо вдарить? Не выходит. Не, мне кажется, он просто тупил, он должен туда запрыгнуть, а он... Выёбывается. Пока ты охотишься на эти лакомые кусочки, по которым слюнки текут, я тебе кое-что скажу. Есть места, куда ходить нельзя. Нельзя, под страхом смерти, понимаешь? Там живет жнец, такой же, как ты, а? И так же, как мы, он должен вкушать плоть менее везучих тварей. Поэтому я прошу тебя не ходить в это местечко, даже по праздникам. Я бывал там, когда тьма гасила мой бедный раскисший ум. Темное это место, темное и злое. Там из моего разума выплывали плохие вещи, текли по нервам, чернилами, по стержню. Синие чернила обращаются в кровь, да, кровь, еда. Если проголодаешься, имей в виду, крыс лучше всего готовить с капелькой машинного масла. Типа, я понял, мне что, типа, назад? Да я ж там ничего не взял. Или я что-то взял? Нет, там ничего не взял. Как же это больно. Блять, на свет я посмотрю. Так. Вижу. Вижу. Так, стоп. Нахуй. Здесь вот не хватает карандаша. Так вот, да. Сейчас все нормально. Не, ну вот, а что здесь мне остается? Тут вот нету ничего. Тут тоже. Тут-то хуйня. Ну и ползи, да, вслед за ним. Типа, ну, это ж логично, в дырку туда запрыгивает. А он не хотит, прикинь, вообще никак. Вообще никак, вообще. Я могу туда что-нибудь кинуть? Сейчас посмотрим, там вообще пространство или что-то. Воу!
повсюду, а свет это фиолетовый чернил такого. Мог, кстати, придумать лишь безумец. Но кем он был? Рыжим. Так, а теперь все равно, да, ты туда не хочешь идти. Так, ну я хотел проверить, могу ли я. Чё ты там, червяк? Ты то хотел, да, уползти, блядь, на родину. Смотри, он может, а я не могу. Черт, который смог. Потрясающе. История, нахуй. О путешествии. И невзгодах. Ладно, сохранюсь. Рабочий какой-то безымянный человек, это он открылся. А, ну это мы уже читали. Класс, так, все они, я внутри, так. Точно все, да? Темнота. Бог смерти. Бездна. О, сохранял. Что, будем бегать? Только не ясно куда, да? А честно, опять уже все забыл. Мне кажется, это игра, которую надо проходить сразу за один присест. А иначе потом ты такой, чё? Чё? Чё-то там надо было мне сделать? Куда идти? А? Хм. Ещё одна дверь, она тоже закрыта. Я тоже как-то не очень. А, да, вот тут я еще не все посмотрел. Я отсюда только зашел и такой, нет, нахуй. Тоннели, тоннели, лозы в пресподнем. Такие, конечно, так, лазали, знаем. Лучше не задерживаться. О, серьезно. Смотри. Я могу пойти туда, а могу соснуть. Так ты же можешь его, дебил, подвинуть. Только снаружи, да, можно двигать? Изнутри вообще никак. Ладно. Окей. Так, а я... Блять, там он ползает. Это опять мне надо будет сейчас прицеливаться очень точно, блять. Ты... Так. Ах!
тебя же уебал, блядь. Такие охуевшие, что, блядь, беретесь ниоткуда просто. Ну, с травинкой я немного не угадал, забежал в тупик, блядь. Блядь, по-моему, сейчас разок ударят и все. Я тру. А нахуй. На. Я победил. Сейчас дайте мне. Мне вообще-то нужны, блядь. Таблетки. Есть. Вот ты посмотри. Вот так вот. Да блять. Господи, какой. Так, что-то у нас список дел. Записка с кодом должна быть в одном шкафчике. Что-то тебе до звуки. Странная, но я никого не вижу. Сейчас как-то выпрыгнут. Да как меня напугает. Да я как обосрусь. И выключу эту игру. Скажу, нет, очень страшно. Так, а где ход-то в шкафчике? А, в комнату с ультрафиолетом мне теперь идти. Ух ты, какие же они хитрые. Так, все, теперь в комнату. Вот теперь только, блядь, а вспомнить куда бы мне? Я ж нихуя не помню, куда мне сейчас идти. Шепчет там. Там где-то червь шепчет тоже.
Можешь, блядь, куда идти? Сука. О, нифига, нашел. Ой, теперь сохраняемся опять. А вот теперь нам надо найти дверь с паролем. Я ее помню, где-то находил, но где, хер его пойми. Сейчас побегаем, посмотрим. Так, я дошел, игра почему-то выкинула, сказала, иди нахуй, типа. 13.71. Че, опять собаки? Да. Ой! Бобик. Да, блядь, господи. Что за... Честно говоря, Говард, ты сильнее действует, не на нервы. Не, не на... Далеко? Нет, надо быть близко, правда? Я сижу за стеной, верхний гор, на северо-востоке шаг. Да что ты... Говард, какая драма. Драма задействует много ролей. Побудь ученым, знатоком химии, а потом станет ступником в разрушительном действии. Когда будешь искать инструменты, дабы высечь мое спасение из камня, можешь наткнуться на место моей последней трапезы. Осторожней, осторожней. Гладкий, сияющий полог воды не столь крепок, как кажется. Бедного рыжего чуть не утянуло на дно. Тогда в мои земли вошли двое глупых людишек. Они долго пытались выбраться, хотя попали совсем не туда, куда стремились. Я тогда вдоволь наелся мяса. Но знай, настоящая еда, она должна полежать. Вонь жизни отвратительна, она должна выветриться. Тогда остается только сладкий запах тлена. Отвратительно. Управление сосущее. Какой-то криворукий уебан какой-то наш чувак. Так, ну я вижу дверь. Одну, да? Кто знает, что там. Тут вообще нет ни хера. Ага, то есть дверь, да, получится только там. Ну, давай сходим проверим. Что там рыжий кушал? Thank you.
Блять, только не пауки. Давай без пауков. Они так прыгают, их очень сложно поймать. Так. Помоложе меня, надо смотреть эти друзья, потому что он польет свет на происходящее. Сова, Жосфан, мои последние мысли. Тык-тык. Лучше моя многословность, вставка, все пиздец. Джонни, пошел Скай. Джонни, наверное, есть рыжий. Палик, сейчас терпы. Так, список дел. Большая локация. И что-то там есть. Я не знаю. Опасно. Такое чувство, будто внутри артефакта моя копия, а точнее множество копий, не очень верных, если уж на то пошло. Это вода или лед? Это лед. Лед выглядит крепкий, но предательски потрескивает. Нет, такой мен. Типа он сейчас треснет, да? Типа... Ага. Типа и понятно, как здесь. А он стрел, он там, он рука. Опа. Перчатка из застывшей ткани, это уже современная штучка. Кажется, я нашел. Это Джонни? У меня есть пила. А зачем я ломик? Я, кстати, еще даже не нашел, зачем мне ломик. О, там рыбы, смотри, какие отвратительные. Не, тем же путем пойдем, каким пришли. К чему нам эти всякие эксперименты? Все? Да. Нихуя они тяжелые.
Так. Ага, я сюда пришел, да? Ебаные. О. Идет, идет. Так. Блять, успела. Тупая собака. А! Вот шапка ебаная. Ай! Ай, блять, да ты. Ай! Сука! Как прицелись, вот это вот, такие, вот, блядь, пиздец какой-то, ужас. Отвратительно, прям бесит ажно. Это не может не бесить. Да как я промахнулся, блядь? Вот пизда ебаная. Всё нахуй, иди нахуй. Так, вот еще какая-то дверь. Давай посмотрим. Насморк заебал, кашель заебал. Ёбаный ты в рот. Ой! Посмотри, я этого не ожидал. Эх. Я должен был быстро как-то бежать. Сейчас, сейчас, сейчас мы это все сделаем. Нет, ты посмотри. Значит, я должен просто куда-то спрятаться. Куда-то уебать от нее. Эй, я не допрыгну на её. А, там, смотри, там есть какие-то эти штучки, которые... Чё она тупит? Ага. Так, понятно. Как-то здесь что-то надо сделать мне. Смотри, вот здесь что. Чё это? Это раз, да, я закрыл. Это два я закрыл. Еще вот так я. Мой герой! Слабый умишка, бедняги рыжего едва может представить все твои боли.
там этот романтик, да, блять? Я так посмотрю. Блять. Во. Как-то ни хрена неудобно. Открыл. Открыл я. Магний, кальций, барий, хлорид, фосфор, сода. А, запомните, бдительность. То есть мне надо какую-то бомбу сейчас соорудить. Иди нахуй. Чё, блядь, ботинки ебаны? Мишки. Чё там второе? Там сколько? 6, да, наименований? Третье. Сырки? Он сырки какие-то ебашит или чё? Так, наверх здесь нигде, ничего, никуда. Угу. Это ещё какая-то хуйня. Так. Там... так, здесь у меня 5, а там сколько было? Надо собрать 6 разных реагентов. Ага, 6 разных. У меня 5. А вот 6. А вот хуйня какая-то. Так, и теперь... я взял 6 разных. Ага. Магний, кальций, барий, хлорид, фосфор, сода. МК, МКБ, ХФС. МКБ, ХФС. МКБ, ХФС. Угу. Охуеть, потрясающе. Мне надо найти, где обозначение каждой буквы. Великолепно, сука. Ладно, сохраняемся. И на этом все. Так что давай, до встречи тебе.